Мы пробыли здесь 6 недель, искали золото. Но предъявить нам нечего. У меня нет ни крупицы. Жаль, что мы так влипли, но в такой ситуации лучше уехать. Мне очень тяжело. Приходится полагаться на тех, у кого в таких вопросах больше опыта. Но это здорово угнетает. Впереди 500 метров мимо лагеря. Но там наверняка будут протестующие. И они, скорее всего, пьяные. Так что пригнитесь и проезжайте, не останавливаясь, ладно? Спасибо, Оз. Спасибо, Оз. Вы приняли верное решение уехать отсюда. Эти бунтовщики начали пить. Дальше говорить будет алкоголь. Они уже сыплют угрозами, обещают сжечь лагерь дотла. Не лучшая ситуация. Всем машинам остановиться. Стоп! Мать честная. Что творится? Вроде выстрел. Не выходить. Что они делают? Фары. Едут к нам? Кто-то буксует у нас под носом. Они пьяны. Питер, стоит выходить? Вернись. Не выходи. Чтоб меня. Вперед, вперед, вперед! Едем. Боже. Какая жуть. Не хотел бы снова это увидеть.